Премьер-министр Путин призвал европейских партнеров выработать взвешенную энергетическую политику. Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Чтобы...